Доброе утро. Вернее, это у меня доброе утро. Mercedes Sprinter Classic. Март. Ночью было минус 5, минус 10 где-то. Это уже где-то третий день так. А днем 0 плюс 5, все тает. Много воды. И вода попадает туда, куда ты. В тросик или не знаю точно. В общем, все это замерзает. И рычаг не двигается. Не втыкается ни в первую, ни назад, никуда. Мертво. Вот я сейчас только что завел. Попробую подождать. Может, там все это оттает. Нет, мертвый стоит. Ага, о, все, разогрел. Первый воткнулся. С трудом. Ну, конечно, там лед. Вот такие дела, так что нечего ездить по лужам на большой скорости.